будешь снимать? Я буду. Кика. Червяками. Кто любит червяков? Я. Мне M&M's. Там даже киндер сюрприз. Да. И даже Левушка конфет. Ну, если кто хочет съесть свечу, пожалуйста. Мне вот такой вот так. Я и модельчик себе. Я не знаю даже, как можно правда разобрать. Маленечко, разбирайте что-нибудь. Вот так. Я червяк. А Настя маленькая, дайте, пожалуйста. Видите там сверху, кому что надо. Или вот эту вот беленькую маленькую. Я киндер взял. Маленьким ребенком. Спасибо. Такое ощущение, что как будто бы яйцо развалилось, да, откуда вывалилось, да? Вылезли червяки там. Сегодня кому торт. Вов, ну ты вообще у нас. Ой, дай мне конфетку. Аллергический сегодня. Ой. Давай, все. Давай, разбирайте. Катик. Я пас. Он слишком большой. Такая быстрая ножка попадет. Все, 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 все. Разрезаем. Все, режем. Убираем, торт режем. Мама режет торт. Вот тоже. Ну как? Красный. Правда краснуха. Куда я буду ложить? Красный. Это бархатная. Да. Ешь, попробуй. Вилочек нет. Мы любим, чтобы тортик был красивый. Все, все, все. Все, все, он уже догадался. Еще полицейская. Сегодня к нам в гости пришел Рома, и мы с ним собрали вот такое лего. Это мой подарок на день рождения. Ну давай. Воу, такое собрали, да? Да. Смотрите, сейчас будет как там на картинке. Это сейчас я сниму, как у картонки. Эй, куда едешь, парнюга? Вот так было. А это собирал все. Ты помогал, Рома, да? Да. Всем привет. Классно. Теперь я попробую вот так вот. Хулиган, цепляйся уже. Ну-ка, кто там сидит-то, дай посмотреть. Хулиган. Хулиган. Там в тюрьме такой, да? Да. Сейчас мы зацепим, и он вырвется. Ух ты, ничего себе. А ну стоять. Я буду грузовиком. Стоять. Все, вы поймались. А что, покажи, что здесь еще открывается у этого грузовика. Здесь еще открывается вот это вот. А что там внутри? Там мотоцикл полетит. Еще вот так. И... О, давай другой стороной поверни тогда его как-нибудь. Ну, разверни его, чтобы он поехал. Это, чтобы мы увидели. Во. Там мотоцикл, и вон тюрьма, из которой сбежал преступник. Вот тут полицейский сидит. Что на него мотоцикл прям упал? Так посадили. Ой, голова. Понятно. Да. Такой, ну-ка покажи, какая у меня тут цепочка. Почти за три дня вот... собираемся, вот два набора. Вот этой он штукой зацепил за решетку, вон там, и вырвал ее. Эй, кто там деньги у него? А вот ту полицейскую машину еще покажи, я прям близко ее сниму. Вот эту, ага. А вот теперь так. Собака поехала, и на вот мотоцикле. Эту. Давайте. Вот они. О, еще и деньги даже есть. Ничего себе. Ну, и классно. У него тоже вон деньги там. О, вон куда. А что еще золото есть, да? Давай 100... 600... 600 долларов. Поближе сниму вот этот трейлер крутой. Вот такой большой. А, мы кстати, вот эти вот машины... Мы их быстро собрали. Очень быстро. Сними. Кстати, вот эти вот машины, они из другого набора. Вон того. А-а-а. Вот, видишь, полицейская вот. И вот эту вот. О, классно. И вертолет сейчас остался собрать, да? Здорово. Давай, Рома.
Давай. Все, подписывайтесь на канал Лаки Бро. И всем пока! Классно. А эта дверка открывается? Вот эту да. Ну-ка, давай, знаешь, вот так покажу. Чего?